Rock, Drop, Windmill, Freeze. Так называются базовые движения в брейкинге. О них не понаслышке знает юный Велес Скутару. Ему всего 7 лет, но зажечь танцпол он может уже везде. Мне нравится то, что тут можно танцевать, батлиться, и то, что тут всегда можно победить. Пришел на чемпионаты первенства Одинцовского округа по брейкингу. Здесь встретился в батлах с лучшими танцорами. Единственное требование к участникам – огонь в глазах и жажда победы. А оценить мастерство предстоит судьям, профессиональным танцорам. Чувствовать музыку особенно важно. Первое и самое важное – это музыка и танец. Потому что танец невозможен без музыки. А сложность и это уже для меня второстепенные вещи. Главное, чтобы человек танцевал. Почти мини-олимпиада, шутят организаторы чемпионата. Действительно, к подготовке подошли со всей серьезностью. Для танцоров специальное покрытие, 2 разминочных танцпола. На случай непредвиденных ситуаций в зале дежурили медицинские работники. А диджей поддерживал брейкдансеров зажигательными битами. Лучших наградили кубками и медалями. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».